Гнезда, похоже, на гнезда что-то. Аист, наверное, там сплел. Звуки природы хорошо. Плохо только то, что я неподалеку от города. Этот гул от завода слышно. Особенно когда морозная, вот сегодня минус 24. Вообще хорошо слышно в мороз. Думаю, верстачок себе какой-нибудь еще сделать надо будет. Кому-нибудь, ну, здесь в уголке. Чтобы удобнее было заниматься. Ничего, потихоньку обживемся. Хорошо землянки делать. Комнат хоть сколько можно будет наделать, да? Лошкарез бы еще купить. Буду ложечки какие-нибудь вырезать. Надеюсь, птички не испугаются. Они, мне кажется, не особо различают. Человек ты, там кто? Деревяшка, деревяшка. Весь лес тут скульптурами обставлен. Интересно будет. Лес соснова, осина. Осинку бы. Такая грубая работа получится. Не на выставку, на улице. Все равно за несколько лет сгниет и развалится потихоньку. На улице будет так. Так что особо не буду стараться. Вывести тут до идеала все черты. Да, потому что не получится по такой породе. Ну, может, если свежая была бы деревяшка, так может получилось бы там черты лица всякие сделать.
Ну тут трухлявая уже из валежника. Если птички побоятся, не будут садиться, это, прилетать, то сделаем что-нибудь простое, как обычно. Домик там какой-нибудь. Надо делать. Наверное, сегодня и займусь после этого. Доделаю. Время останется, займусь верстаком. Типа того. Чтобы можно было заготовку поставить и заниматься. Думаю, достаточно будет. Столько вобрух. Сюда нужно насыпать будет крупу. Как вроде говорят, что хлеб вредный птичкам. Ну, все кормят. Почему-то серно. И семечки жареные тоже вредно. Я буду, вон пшенка или что-нибудь такое. Пшенка у меня есть. Пшенки насыплю. Пусть кушают. На улице мороз. Я сижу в тепле. В тепле. Печка топится. Слышен хруст горящих полешек. Занимаюсь своим любимым делом. Что может быть прекраснее? Гармония. Вот такой вот получается мужичок тотемный. Фигурка. Как говорится, у художников я так вижу. Сегодня я так вижу. Ну так, маломальски. Говорю, на это на скорую руку, да, из маломальского барахла такого. Придет.
Вообще мне нравится стиль рустик. Такое все как бы топорная работа. Как из бревен там неотесанных. Ну такой, такой стиль. Не знаю, как это назвать. Ну, на рустик что-то похоже. Неаккуратно, чтобы было такая топорная работа. Думаю, шкафчик еще надо мне сделать какой-нибудь тоже. Сделаю сейчас верстачок справа, чтобы удобнее было заниматься. Потом, может, сделаю себе шкафчик здесь. Такой какой-нибудь необычный. Как, ну, сказочная такая мебель, что мне нравится. Как в сказках. Посмотрим. Глаза нормально не получалось сделать. Откалываться, крошится. Ну так вот, обжигать не буду. Шкуры тоже смысла нет. Обжигать не буду, чтобы запахов не было лишних. Сейчас прибью гвоздички, веревочку. Сделаю. И будем вешать. Колотушка хорошая получилась. Берите на заметку. Лучше делать вот так вот. Цельного дерева, как бы, цельной деревяшки, и получается удар идет как против волокон, то бишь вот так вот она просто расплющивается, ну немного, ну это не особо. А когда делают молоток торцом, вот так молотки делают, получается удар идет по волокнам, и уже больше вероятность, что он расколется, ну и меньше прослужит, конечно, все. Вот такое лучше делать на будущее кому-то. Нет, такие не выдержат, побольше возьмем. На шурупчике сделать, привязать, сколачивать не буду к дереву, что дерево не портить. Привяжем. Эх, ловись, птичка, большая и маленькая, как говорится. Да, это не будем привязывать, пошли на улицу. Накрылись, тепленькие. Здесь слышнеются птички. Здесь рябинка еще есть. Думаю, здесь где-нибудь повыше, и как раз заросли меньше будет внимание привлекать. Вон они летают, чирикают. Thank you.
Вот так вот такой получился, такая получилась кормушечка. Надеюсь, все понравится птичкам. Специально повешал вот возле рябинки, они здесь кушают по-любому. И неподалеку веточка, видите? Можно будет на нее повешать камеру. Только быстро садится, сейчас холодно. Такое, в такую погоду батарея разряжается быстро. Посмотрим. Ну, хоть сколько-то, может, поснимает. И можно залазить, по это корма класть, выложить. И не совсем низко, чтобы не видно я был, внимание меньше привлекает. Вот так вот. Посмотрим, что получится. Эту надо еще переделать вместо веревочки. Оп. И вот этот сучок срубить, пока я голову не пробил. Все забываю. Сейчас пока я не забыл. Так, все я облаку прорублю когда-нибудь. Вот и все. Дальше собирался. Пожестче сделать, думаю, палочку какую-нибудь, крючочек сделать, чтоб не шаталось. Может, внизу еще что-нибудь. Вот так вот сегодня поработали. Верстак, наверное, не буду сегодня делать, завтра начну, время уже поздно. До речки, может, прогуляемся, посмотрим, что там творится. Рыбалочку, охота. Рыбки свежие. Пожарить. Но надо ждать, когда лед потолще будет, чтобы можно было ходить по нему. Ну, с такими морозами то быстро. Намерзнет. Сейчас прогуляемся, посмотрим, сходим. Солнышко садится. Такой стройматериал пропадает. Ровненькие, не морковки. Толстенькие. Еще одна у меня мечта. Баньку хочу сделать. Но пока нет возможности. Надо печку железную там. По-любому. Смотрю, чтобы нагревалась кирпичную. Долго топить. Я не знаю. В этом сезоне уже не успею, наверное, сделать. В следующем. Будем париться. Вообще кайф. Да. Показывал вам уже это. Там, ну, небольшую такую пещерку. Как она называется-то? Забыл. Неглубокая пещера, которая
Вот это. А если идти по реке, метров еще 300-400, наверное, туда надо идти. Там есть глубокая пещера. Но там надо это, как на этих, гуськом, наверное, идти низко. Все время хотел туда заглянуть подальше. Ну, страшно как-то, если вдруг там кто-нибудь живет, вылезет. Может, та же лиса какая-нибудь бешеная. Не знаю, потом осмелюсь, может, залезу, поснимаю. Посмотрим, что там есть. Лисичка ходит куда-то к реке. Бобров можешь там поймать, хочет. Или не хочешь, а ловит. Но их так тоже где-то так просто не возьмешь. Что-то обещали потепление сегодня на ночь. Что-то минус 13 обещали, а что-то нифига не теплеет. Двадцатка есть. Морозно на улице. Там дамба какая-то. Хотя нет, дамба дальше. Это не знаю, что вообще сооружение. Опа. Вон и рыбачки. Там стоят на льду прям. Нифига себе. Это что, уже можно на лед выходить, что ли? Чё-то не знаю, как я побоюсь. У нас же эти рыбаки-то вообще безбашенные. И на льдинах плавать пофига не могут. Вон там тоже как есть след человеческий. Попробовать что-то пройти. Провалиться тоже неохота, тут так-то глубоковато. Давайте вместе с вами пойду. Если что, там это, в службу в ЧС будете звонить, писать, если это, я пропаду. Блин, топор надо было взять. Проверил бы эту толщину. Не видно так-то. Страшно. Короче, походу уже держит. Можно на рыбалку, наверное, уже собираться. Так. Да, хорошо. Отлично. Смотрите, как красиво, да? Интересно. Так, значит, собираемся на рыбалочку. Ладно, пойду ужинать, да, буду отдыхать, уже ложиться. Посижу еще, кинчик какой-нибудь, может, посмотрю в интернете немножко перед сном. Точно, рыбачат уже. Все, короче, рыбалка обеспечена нам скоро. Класс.